Просила денег у друзей на развитие бизнеса. Получила, заработала и залегла на дно. Следственный комитет расследует аферу за авторством Елены Николайко. Ее обвиняют в хищении денег в особо крупном размере. Елена Николайко – индивидуальный предприниматель. По версии следствия, 45-летняя бизнесвумен брала в долг у друзей и знакомых немалые суммы в долларах и евро. Просила и ювелирные изделия под предлогом, что якобы не хватало денег на развитие дела. Оставляла расписки и обещала проценты. Но затем пропала, на звонки друзей и кредиторов не отвечала. Сейчас Николайко под арестом. По закону ей грозит до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества плюс штраф. В Следственный комитет обратились четверо обманутых кредиторов. У правоохранителя есть основания полагать, потерпевших больше. Тем временем правоохранители ждут, когда в их двери постучит еще одна мошенница – Татьяна Бирюкова. Экс-директор турфирмы «Coral Travel» продавала путевки и обещала незабываемый отдых. Слово сдержала. Такое точно не забудешь. Вместо морских берегов – финансовая яма. Десятки пострадавших. На этой афере Бирюкова, по данным Следственного комитета, заработала более 800 тысяч рублей. Сейчас она в розыске. Обвинение, как и в случае с Николайко, мошенничество в особо крупных размерах. Бирюковой грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.